Они спокойно рассуждают, а будет ли столкновение подобное Третьей мировой войне. Я имею в виду, такой разговор, он, на мой взгляд, если меня спросили, я просто за это наказываю. Наказывал за то, что он спокойно говорит, что, возможно, Третья мировая война, кто-то каким-то образом... Ну, представьте себе, сегодня война. Когда-то я, выступая, сказал одно. Если будет война, это будет мировая война. Если будет война, это обязательно будет ядерная война. Ну, а что такое ядерная война? Вы представьте себе, после этой войны, что останется на этой земле? И все мы почему-то забываем об этом, чтобы не допустить вот эту войну, не сохранить мир, стабильность сохранить. И я вам должен сказать, что вот эта вот война, о которой многие спокойно говорят, я должен сказать, что эта война будет последней войной.